Маршрут номер один. Все видно. Нехорошо. А потом перенесемся туда и снимем лестницу. Так. Сейчас, секундочку. Помещение Г-557. Съемка 60 метров. Под 67 оси, сторону 66. Датчик должен в районе 66 оси быть установлен. Ряд В. Да? Нет. Почему? Прячь. Юра, заходи. Помещение Г-553/2. Съемка с входа в помещение Г-553. Вид на восток. Самое поставить рядом с 47 с номером во всю длину, чтобы возле 47 будет видна высота. Или снизу снимать, или как? А что конкретно показать? Ну, вот, на этой колонне должен устанавливаться датчик. На высоте, на самом деле, 30 сантиметров от штатного пола. Чуть выше. Зажигай! Кто свет включал?
Давай я напишу. Дайте, для меня это все есть. Напиши, что такое. Гаммофон 20 миллирентген. Стена порядовая, помещение 553/2. Фон туда попал? Да, да. Перемещайся там на сколько? На две оси. На две оси. Чтобы было видно. Они правда надо. Так, что? Да, Сереж, если есть кадры, вот так вот так и снимайте, как вот его будет подарить все. Мы снимаем стену и рабочее пространство для монтажника, который должен быть здесь горячий. Сейчас я выйду. Я тут когда